В Госдуме планируют создать Совет по защите интересов России, а также ее союзников. Совет будет рассматривать вопросы, связанные с положением соотечественников за границей, а также влияние других государств на страны СНГ. На заседаниях Совета будет обсуждаться влияние социальных сетей на общество, а также методы борьбы с революционными движениями. Аналогичный Совет был создан в Китае в 2005 году во время цветных революций в Грузии, Украине и Киргизии. В состав Совета вошли военные, ученые и сотрудники спецслужб.